Приветствую вас, дорогие друзья, любители Identity 5. Сегодня с вами поиграем за паука и будем использовать перк телепорт и потом вот этот тоже перк, не знаю, что он дает. В общем, начнем. Вот эти два перка сегодня с вами будем использовать. Let's go, ребят. Нашли игроков и начинаем. Не забудь поддержать меня лайком и написать какой-нибудь комментарий, чтобы было больше серий. Погнали, ребята. Также не забывайте, что у меня есть второй канал, называется Alex Play. Просто набери на YouTube Alex Play, и ты найдешь мой второй канал. Там игра будет наподобие Identity 5. Тебе понравится. Именно только там, ребята, именно только там. Так, ладно. Вон, вижу. Вижу, чинит, мой хороший. Так. Он даже меня не видит, что ли? Бауч! Попался. Ко мне прямо в руки. Иди сюда. Так, подожди. Где он? Он прыгает сюда или нет? Какой хитрый. Смотрите, какой хитрый. Промазал. Вот это что за рука, ребят? Я не знаю, что это за рука. Пишите в комментариях, я потом посмотрю. Так, иди сюда. Промазал. Как же тебе везет. Не могу никак догнать. Все, отлично, наконец-таки. Рядом со стулом прям упал. Просто идеально. Так, подбираем. Подбираем и сюда. С вами его поставим. Отлично. Готов, приятель. Так, подожди, там чинит или нет? Вот что это за рука? Что это такое? Вот что? Вылазит отсюда. Вон, видите, опять вылезла. Так, ладно, пока тут побегаем. Будет спасать его или нет, интересно? Ну, что-то и не торопится его спасать. Тук-тук, в разных сторонах, просто в ушах звенит. Самое главное сосредоточиться и... Ну, на каком-то одном генераторе сосредоточиться, идти туда, и пофиг, что там жужжит. Тут никого нет, значит, туда бежим, да? Ну, хотя кто-то пытается его починить. О, вижу, красавчиков, вижу, хорошеньких. Бау. Стреляй, паутиной. Далеко убежала. Попалась. Промазали. Ладно, сейчас тут повешаем паутину. Отлично. Я думаю, в принципе, есть ли тут рядом стул? Если нет, то мы ее свяжем, наверное, прямо здесь свяжем. Все, связали. Бежим за остальными. Я думаю, если я также попадусь, мне тоже никто не будет спасать. Сейчас немножко обойдем тут, проверим. Может быть, кто-то спрятался. О, починили. Смотрите, они уже два генератора починили. Молодцы. Похвально. Тут рядом никого нету. Ладно, уходим. Уходим. Так, подождите, у меня есть телепорт. А как он работает, интересно? Надо кого-то найти, чтобы использовать. Так. Ау, где же вы? Ладно, пробежимся. Она почти, кстати, померла, там лежит, бедолага. Что-то никто ее не торопится спасать. Так, посмотрим, что у нас здесь. Нам нужно в каждом месте побывать. Вижу. Ладно. У нас телепорт есть. Это телепорт только сбил меня с толку. Куда я телепортнулся-то, блин? Нафига, спрашивается. Я так бы его поймал, если бы не использовал этот дурацкий телепорт. Не умею я им пользоваться, короче. Лучше даже не пробовать. Я просто, блин, сбился. И потерял его. Если бы я не использовал, я бы его не потерял. Я бы его поймал, скорее всего. Ладно, их не счастье. Их двое осталось, и два генератора. Так, где может быть? Может быть, давайте в дом зайдем. Тут вроде нету, да, никого? Вроде не видно. Хорошо, мне кажется, они могут быть дома. Ну-ка. Нет, дома нету, странно.
Странно, ребятки. Вон. Кажется, я знаю, где они. Все-таки самое крутое — это прислушивание. Вот с ним можно просто всех поймать. Это самый крутой перк. Именно для меня. Мне нравится больше всех. Так, ну все, ты ж попался. Ты ж попался. Отлично. Так, и паутина тоже классная. Прикольный, прикольный герой. Иди сюда, иди сюда. Отлично. Так, ну все, уже не убежит от меня никуда. Да ты издеваешься, что ли? Отлично. Я думаю, тут смотаем прямо его, наверное. Так, все, остался последний. Будет он его спасать или нет? Да, я понял, он дома. Он дома, дома, дома. Как бы туда попасть? Так, я не залезу. Давайте посмотрим, там спасают его или нет. Вроде никого нету. Может, через это окно? Через какое можно попасть? Я не вижу, там он есть или нет. По-моему, его уже починили, да? Его там нету. Блин, ну где тогда он? Ладно. Где-то должен быть, нам надо просто походить, побродить. Я думаю, мы найдем. Так, тут нету. Хорошо, хорошо. Тут почти погиб, ребят. Странно. Ну все, он погиб. Последний, последний, последний остался. Он может сбежать сейчас легко. Издеваешься. Давайте попробуем телепорт уже. Нифига себе, я слишком надалеко, на дальнее расстояние телепортируюсь. Все, попался. Ну все, он не убежит. Короче, тоже не очень мне понравился. Так, все, связываем, связываем. И, ребят, победа очередная. Я еще пауком сколько раз играю, ни разу не проиграл. Просто ни разу, ни одного проигрыша у меня на нем нету. Ты на ПК-версии, очень удобно. Блин, она такая классная, прикольная. Так, давайте посмотрим, что нам дадут. Так. Проверяем. 500 опыта дали. Так, ну классно, классно, классно. Давайте продолжим. Понравился, очень понравился паук. Надо по-любому его купить, надо по-любому его брать. Так, и давайте вот этот проверим, что... А, это глаз, я понял. Мы ставим глаз, и если кто-то рядом подходит, то мы видим... видим людей. Вот это очень классная, кстати, способность. Его точно буду использовать. Еще перезарядка была бы быстро, было бы просто шикарно. Ну хотя, с другой стороны, даже прислушивание будет, наверное, поэффективнее, мне кажется. Ну, посмотрим, посмотрим. Хотя я придумал, то есть мы одного ложим и ставим рядом с глазом... ну, глаз ставим рядом с этим, с выжившим, которого мы поймали уже. Либо же можно ставить уже, который генератор начинают чинить, туда можно тоже ставить, потому что, скорее всего, они вернутся. Так что, в принципе, много-много всяких тактик с этим перком. Ну что, ребятки, нашли мы игроков, с кем будем играть, и подтверждаем, готовы. К вечеру побыстрее ищет, утром я играл, очень долго ищет лобби. Ну, сейчас нормально, к вечеру побыстрее. О, все, я уже могу ставить. Очень радует, что перезарядка быстрая, вот это классно. Тогда да, тогда можно будет этот перк использовать, мне он нравится. Пауку, в принципе, больше ничего и не надо. Так, кто там? Все, мы нашли первую. Там можно будет поставить, кстати, вот эту штуковину. Пока что одну я могу ставить. Максимум три можно сделать. Блин, да что-то со всех сторон, смотрите. Пойдем к этому, наверное, да? Сначала.
Так, будем поглядывать на в правую сторону. Если найдем, то вернемся. Ну, лучше уже вот этих устранить. Так, все, вижу двоих. Так, мы поставили или нет? А, ну все, мы глаз поставили, теперь будем видеть, что тут происходит у нас. Иди сюда, теперь надо их словить. Вот эта штука мне тоже нравится. Вот, отлично, попался в паутину. А, отлично. А когда мы убьем, паутина спадает, да? Ладно, ничего страшного. Сейчас ускоримся, просто сами ускоримся. Бау! Все, готовы. Блин, я сразу смотал, я хотел на кресло его отнести. Ну ладно. Ладно, ничего страшного. Привет соседям! Как вы вовремя? Как же я вас люблю-то? В кавычках. Всегда вас в кавычках только и люблю. У вас тоже есть такие соседы, которые каждый день сверлят, а? У всех есть такие. Но благо у меня не так слишком сильно слышно. Но так все равно это раздражает. Блин, куда он сбежал, смотрите. Куда-то в воду ушел. Так, значит, сюда давайте поставим. Отлично. Будут глаз тут следить. Готовый. Промазал. Повезло тебе. Ха-ха-ха. Хи-хи, ха-ха. Блин, я не могу его связать. Мало паутина. Так, надо будет... Давайте вот сюда. Ой, я вижу, да, он подсвечивается. Прикольно. Очень классно, мне нравится. Эту фигню сейчас сделаю. Ты что, меня не видишь, что ли, красотка? Она даже его не спасает, смотрите. Ты куда бежишь-то? Пдю. Хи-хи-ха-ха. Так, давайте, короче, тут прям свяжем тебя. Не могу связать, к сожалению. Ну ладно, у тебя есть шанс вырваться. Используй его по назначению. Она почти даже не пытается вырваться. Такое ощущение, что это боты. А почему тогда лобби так долго ищет? Если это боты, почему так лобби долго ищет? Бывает по 2 минуты. Бывает сразу находит. Бывает по 2 минуты ждешь. Неужели мы так долго ждем ботов? Ну это какое-то... Это что-то какое-то несоответствие. Значит, это люди, но просто они плохо играют, я не знаю. Так, на корабль. На корабле он. Он на корабле. Мы это теперь точно знаем. А, нет его на корабле. Его на корабле нет. Блин, бедное брюшко мое. Все, мы поняли, мы его нашли. А он уже сматывается. Он что, меня не видел, что ли? Так, ну все, ставим, ускоряемся и ловим. Идеальный маньяк, ребят. Паук это просто идеальный маньяк. Сказал, читерский такой. Давай. Бауч! Нормально. Хи-хи, ха-ха. Ну все, ребят, очередная победа. Всех поймали. Вот сколько я не играю, ни разу я не проиграл пауком. То есть просто идеальный паук. Не знаю, будет его фиксить или нет, но, блин, он мне нравится, да. Им можно тащить. Хрен кто когда сбежит. Так, что мне там дадут? Я же всех поймал, да? Отлично. Так, смотрим. Плюс 10, ребят. Следующая часть серии мы с вами пооткрываем. 10 вот этих треугольников. Посмотрим, что нам выпадет. В общем, с вами был Дариди. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ребят. И не забывайте про мой второй канал, AlexPlay. Просто набираешь на ютубе AlexPlay, попадаешь на мой второй канал. Там будет игра Dead by Daylight. Она очень сильно похожа на эту игру. Так что... Тебе понравится. Переходи, жду вас там. Всем пока-пока.